Так, про качество шимановских кареток. Вот так вот выглядит шимановская каретка с пластиковыми чашками. И вот так вот она выглядит, когда ее выдавливают наружу. Во-первых, она вылезает из посадочного места, потому что там срезает витки резьбы, потому что пластик не держит вообще. И вот так вот выглядит внутренняя часть. Вот там вот, да, то есть ее просто выдавило, она лопнула. Стоит такая каретка в 3 раза дороже, чем китайская на промподшипниках. А там внутри не промах, а шарики стоят.